Российский боксер Сергей Липинец в ноябре этого года завоевал вакантный титул чемпиона IBF в первом полусреднем весе, проведет его первую защиту против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Майки Гарсии. Бой состоится 10 февраля в Сан-Антонио, штат Техас, и будет показан телеканалом Showtime. Вчера боксеры провели пресс-конференцию. Сергей Липинец и Майки Гарсии рассказали о том, как прошла пресс-конференция. «Все отлично. Я не увидел в глазах Майки ничего пугающего. Думаю, на этом уровне никто никого не боится. Он опасный боец, хороший боксер, хорошо обучен. Думаю, будет отличный бой. Приезжайте болеть за меня, я буду очень благодарен. Я первый раз был на такой большой пресс-конференции в виде главного боя. Мне очень нравится, пока что я привыкаю к статусу чемпиона мира. Удерживать пояс важно для всех, для любого боксера. И мне тоже очень этого хочется. И не раз, и не два, а чтобы он оставался у меня навсегда». Липинец голоден. Он только что выиграл титул чемпиона и понимает, что победа надо мной поднимет его на вершину. Если он побьет меня, он мужик, вот почему Липинец будет очень мотивирован. Мне просто нужно быть осторожным, чтобы не ввязываться в один из этих разменов. Я безумно рад шансу стать чемпионом мира в четырех весовых категориях и отнять титул непобежденного боксера. У него мало боев на профи-ринге, но Сергей Липинец достаточно квалифицированный боксер, чтобы стать чемпионом так рано. В ходе беседы с журналистом канала ES News бывший чемпион мира Роберт Герреро дал свой прогноз на бой супертяжеловесов Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. «Я выбираю Уайлдера. У него есть много умений, он быстрый, хорошо двигается в ринге и хорошо боксирует. У него есть сила в ударах. Не думаю, что Джошуа приходилось драться с кем-нибудь, напоминающим Уайлдера. Если посмотреть на Кличко, то он больше принадлежит к собранному и зажатому европейскому стилю, по которому немного проще нанести удар. В большинстве случаев стили делают бой». Чемпион мира WBO в легком весе Майки Гарсия уверен, что одержит победу над обладателем титула WBO в первом легком весе Василием Ломаченко в случае их встречи на ринге. «Думаю, что побью его. Думаю, что мои навыки, способности и сила, а также мои габариты помогут мне. Я хочу, чтобы он сразился с парнями, которые, по крайней мере, выступают в его дивизионе, такими как Джервонта Дэвис и Мигель Берчель, соответствующими ему по габаритам и столь же талантливыми. Они представляют собой настоящий вызов, и они не маленькие ребята. Чтобы заслужить большое уважение, ему нужно драться с более крупными парнями, или, по крайней мере, с такими же, как он». Твиттер британского сайта worldboxingnews.net опубликовал промежуточные итоги голосования читателей по определению лучшего боксера 2017 года. На момент публикации лидером с 39% голосов является казахстанец Геннадий Головкин. На втором месте украинский боксер Василий Ломаченко с 28%. Замыкает тройку лучших британец Райан Барнетт 10% голосов. Голосование стартовало накануне. Ссылку на голосование я оставлю в описании.